Ну что, друзья, всем привет, с вами Санек, который таксует и кайфует в Москве. У нас сегодня 12 сентября, понедельник, и мы начинаем полноценную рабочую неделю. Мы выстраиваем график, в котором будем работать, это в две смены, утром, вечером, ночью. То есть я буду работать где-то с 6 утра до 10, вот, потом я отдыхаю. И выхожу на смену с 5 вечера и где-то до 2 часов ночи, там, до часу, вот так вот. Вот, будем вот работать, катать только кэфы и там, где у нас лужи, вот, потому что, как вы знаете, зеленку катать, себя не уважать, вот. Хочу посмотреть, сколько у нас получится заработок, вот, и сделать для себя выводы, так сказать, полноценные. Больше ли в Москве можно заработать или все-таки в Питере также зарабатывается. Вот. Значит, я работаю также на Kia Rio 2018 года на бензине. Вот. Соответственно, как бы будем работать, будем деньги зарабатывать и вас держать в курсе вообще, что вообще тут происходит у нас в городе, так сказать, с какими сложностями приходится сталкиваться, какие плюсы есть, вот, так что вот как-то так. Все, значит, сейчас у нас пока что не ходовое время, 11:20, так что мы пока что отдыхаем, сейчас кушаем, приводим машину в порядок. Вот, занимаемся своими делами и будем уже смотреть там, может быть, даже в 4 часа дня выйдем или в 5. Вот, не забываем, что у нас есть цель, это iPhone 13 Pro, купить на него. Вот, работаем, копим, вот, все. Кстати, для работы вот я купил в Москве Redmi, вот, в принципе, пойдет телефон. Потому что техно у меня, который был, украли. Вот, значит, что у нас по таксометру? У нас 19 приоритета. На данный момент это максимальный мой приоритет. У меня нет короба на крыше. Вот. Как бы, а так бы было бы еще плюс 3. Так, значит, у меня рейтинг 4.97. Вот, за неделю в Москве у меня все пятерки. Может быть, до пятерки добьем. Активность 100. Золото. Чем мне нравится в Москве, то что тут дается 30 баллов активности за заказ. В Питере 18, так что я думаю, быстренько можно до платины догнать. На балансе у нас 700 рублей, вот понедельник. Так что будем сейчас работать, зарабатывать бабулисики. Вот. Работаю я как самозанятый, 4% у меня. Вот, так что вот так вот. Все, пока кэфов нету. Вот, видите, вообще тухля где-то там, какие-то есть лужи, но они вообще в жопе где-то. Вот, как-то так. Вот они, эти московские мажоры. Кабриолет в сентябре месяце. Хороший пункт, дороже денег. Ну что, друзья, Яндекс не перестает меня удивлять. Попал, значит, в такую ситуацию, значит, привез клиента на территорию промзоны, вот, поинтересовался, нас пропустит, он говорит, да, пропустит. Мы заехали, я взял карточку, высадил его, возвращаюсь обратно свою карточку, а мне пишут, что, типа, надо оплатить, прикиньте, 100 рублей. Я вообще в шоке, короче. Вот так вот, блядь, клиенты наебывают, блядь. И в итоге я пишу в службу поддержки, так и так, вот, она говорит, что, типа, не может до клиента дозвониться, конечно, зачем, блядь, ему, блядь, оплачивать, блядь, даже эти 100 рублей, блядь, он доехал и все, блядь, вот, значит, ну, в итоге, короче, я прождал, блин, уже 44 минуты, вот, на самом деле, я где-то минут 5-10 назад уже оплатил,
вот она карточка, но решил все-таки Яндексу поебать мозги, потому что они вообще там расслабились и охуели. У меня, короче, золото, у меня есть прямой звонок, а я звоню, короче, а мне отвечают, что типа, извините, напишите нам службу поддержки. Пиздец, нахуй тогда вот этот звонок нужен? Вообще, я в шоке. Так они даже на сообщение сейчас не отвечают. Я им пишу. Просто вообще в шоке. Вот, короче, как-то так. Значит, имейте в виду, когда заезжаете на какую-то территорию частную, вот, что пусть все оплачивают. Ладно, работаем дальше. Ребят, это самый лучший заказ был за сегодня. 2 минуты ехал. Смотрите. 620 рублей, 269 рублей, Яндекс 351 добавил. Вот. И вишенка на торте. Просто, я не знаю, у меня первый раз заказ такой. Так. Вот он получается. Вот, смотрите, сколько я проехал. Это просто пипец. Ребят, это я проехал, блин, 300 метров. Я не знаю, это очень круто. 300 метров, 2 минуты, 620 рублей. Вот так вот. Яндекс, спасибо тебе. Да, кстати, и самое главное, когда катаете лужи, ну, по алгоритму уже многие знают, я это тоже понял. 2 коротыша и 1 дальняк. 2 коротыша я выполнил. Первый заказ на 10 минут, второй заказ на 2 минуты. И, соответственно, короче, сейчас мне должен заказ дать какую-нибудь жопу. Поэтому я сейчас ставлю мой район и катаю мой район. Сейчас 9 часов, до 10 поработаем, когда кэф спадут. И все, потом дальше отдыхаем до 5 вечера где-то, до 6. Вот так вот. Ну что, работаем дальше.